находимся в образовательной организации, где произошел недопустимый случай с нашим воспитателем в отношении несовершеннолетнего ребенка. Конечно, это очень неприятно видеть такое отношение к детям со стороны воспитателей. В настоящий момент мы совместно с администрацией городского округа Щелково, с администрацией школы ведем служебное расследование. Приглашен на беседу воспитатель. И, конечно же, это не останется без внимания и без соответствующих принятых мер. Разберемся детально и глубоко.